Сегодня в Комсомольском районе начал работу новый животноводческий комплекс. С вводом его в эксплуатацию у сельхозпредприятия «Рассвет» появились дополнительные возможности для развития молочного дела. Размах инвестиционного проекта подтверждают цифры. На возведение нового агрокомплекса направили более 50 миллионов рублей. Для 200 коров здесь оборудовали современный доильный зал и лабораторию для проверки качества молока. Главная задача сельхозпредприятия – увеличить объемы реализации продукции. У вас по прошлому году это самый балок, если взять по... По производству молока где-то около 700 тонн, да? На одну корову у нас получилось 690... Ну, почти 700 тонн. 6992. 8 литров. 100 голов дойное стадо было, да? 100 голов. 100 голов. В этом году... Если сейчас на 200 голов вы прибавляете, у вас объемы почти более чем в 2 раза должны увеличиться, да? Только в прошлом году в «Рассвете» продали порядка 700 тонн молока. Спрос на продукцию растет, налажены поставки и в другие районы. Глава региона отметил, что открытие агрокомплекса отразится на экономике муниципалитета. Это инвестиции в местный бюджет. Хозяйственные субъекты сами могут привлечь небюджетные источники. На это есть государственная программа. В программе написаны предписанные мероприятия с субсидированием процентных ставок. Если общий объем государственной поддержки взять, ежегодно около 3 миллиардов рублей. Во-вторых, создаются прекрасные, благоприятные условия для работников, для тружеников, для работы в этом производстве. В перспективе они рассчитывают выйти на 9-тысячную удой. Кроме этого, сейчас 300 голов уже дойные стадо, они должны увеличить не менее чем 2 раза. И выйти уже на 2000 тонн. Аграрии делают ставку на качество молока. Сейчас необходимо заниматься его переработкой. У нас переработчиков даже с избытком. И покупателей хватает. Но могут дать и дороже, в зависимости от качества молока. И, и нам выгодно это получается. И сегодня уже хозяйство начинает продавать свою продукцию, продукцию сельского хозяйства, на экспорт. Это прежде всего масличные культуры, соответственно, картофель. Потом, соответственно, кондитерская фабрика как продавала, так и продает. И мы поставили перед собой увеличить ежегодно объемы экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки. Вот это победа самих сельхозтоваропроизводителей. Глава республики отметил, что производители молока должны заключать прямые долгосрочные договоры с предприятиями, избегая перекупщиков. От этого повысится и рентабельность продукции. Когда в летний период времени, летний пастбищный период времени, цены на молоко падают. Поэтому от объемов сегодня реально они могут выйти на заключение среднесрочных договоров и тем самым стабилизировать уровень цен в течение года. Это очень важно. То есть производитель есть, а переработчик хочет иметь постоянного поставщика, чтобы не было никаких сбоев. Строительство новых животноводческих комплексов для республики – приоритет. Объемы господдержки аграриев продолжают увеличиваться. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.